Оу, БПАЛ. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Сергей Резниченко, и сегодня у нас очередной обзорчик сервера, полу-РП, полу-нет, но сейчас мы по ходу разберемся, на самом деле чумовой сервер, вот он называется, тихо, дворов, катаны, без номеров, 66 чуваков из 70, поэтому сегодня объявляю сходочку, успей сейчас, пока есть места, скачать сервак, и думаю, давайте-ка в 7 часов вечера сделаем сходку. Сразу же хочу вам продемонстрировать, я тут уже прикупил себе, видите, сколько у меня денег, я здесь поработал уже 3 часика, вот такой вот онлайн, так, я нахожусь, а где я тут нахожусь, вот, такая вот копеечка, прикупил ее на F3, нажимаем, вот тут у меня уже тачки есть, но мы сейчас походу все узнаем, давайте начнем заново все, F1. Анимация, телепорт, можем к чуваку какому-нибудь телепортнуться, перевод денег, оружие, так, погода, гравитация, камхак есть, уже отлично, значимые места, и тюнинг можно здесь производить, красть машину через F1, это удобно, пацаны, можно не мучиться и все ништяк, единственное, так, нету карты, поэтому как бы РП, то РП, то не РП, так, F2. Капот, вот такое вот очень удобное меню для тачки, в общем, в принципе. F3, все тачки, которые вы купили, здесь их можно продать, сдать на утилизацию или продать игроку. F4 у нас убирает все спидометры и всякую эту хрень. F5 у нас тонировочка, можно делать все, вообще бесплатно все доступно, но, чуваки, это круто. F6, поставить себе номер бесплатно. Вот, смотрите, я себе поставил 09. Так, подождите. Я перезаходил просто. Так, поставить себе номер. Нет. Давайте наугад. Ну, сделаем 0. 09 регион будет. Получить номера. Так, подождите. Подождите. Вот, вот, пацаны, получилось. Так, как все это закрыть? Так, как закрыть все? Пацаны. Так, все закрыл. Так, вот такие вот уже номера мы получили. Это, кстати, рандомные, шикарные номера, между прочим. Вот. Копеечка, я не знаю, где вы еще видели такую копейку. Тачек тут навалом. Так, F5 мы посмотрели. F7 у нас работа. Вот, давайте даже попробуем выйти. Блин. Так, работа у нас. Авто, тут все, короче, можно ТПшнуться. Дальнобойщик, грузчики, сборщики, лесопилка, короче, будете лес валить, я не знаю. Да. Яхт-салон. А ну, подождите. Это что за хрень? А ну-ка. А ну, пацаны, сейчас я что-то прикуплю, что ли, себе? Ну, давайте. Так. И где мы оказались? Ёб твою. Это что? Нихера себе. Тут можно тачки. Блин, смотрите, пацаны. Я же только сейчас увидел. Тут еще есть по русские тачки. Охереть. Байк, аэросалон, яхт-салон. Кстати, здесь права бесплатная, так что можете сразу же купить. А ну давайте поедем в Japan. Japan салон. Сейчас заценим. Блин, топовый сервер, пацаны, топовый. Так и назову, что топовый. Camry, Lancer, Skyline. Охрененно все удобно сделано. Сильвия, блять, тут их дохера вообще. Тут дофига машин. Давайте посмотрим на советские. Раша салон. Наша любимая, да? Сейчас мы заценим здесь дерьмецо. Вот, приорка. Кастом такую я не знаю вообще. Калинка. Калинка-малинка. 20 копеечка. Гранта. Все тачки есть, пацан. Универсал даже. Я сейчас его куплю, между прочим. Мне кажется, он на посадке будет хорошо выглядеть. Ох, какая здесь качественная модель, пацаны, на самом-то деле. Давайте сейчас
Что-нибудь прикупим себе. Корч, вот я себе покупал. Да, это топовый сервер. Это 100% топовый сервер. Итак, с работой мы разобрались, с тачками разобрались. F9 у нас так, все по стандартному. F11 карта, F12 у меня кадры вниз ушли. Так, давайте занизим ее, а то как-то что-то не очень так ездить. Вот так вот. Блин, смотрите, штампы, все по красоте, пацаны. Ну, у нас появился уже, как мне кажется, лидер по тачкам и по качеству сервера. Вы чувствуете этот момент? Мы сделаем ее белой, черной. Офигеть. Вот сюда установить ЕНБ-ху и капец, короче. Давайте закроем. Топ, пацаны, это топ на самом-то деле. Давайте проедем сейчас на автошколу. Покажу там, что у нас. Заходите, давайте сходочку устроим. Кто зайдет, не обещаю вам, что каждому подарю. Но пятерым людям, чувакам, человекам что-нибудь подари. Подогрею, пацаны, какую-нибудь тачку. Поэтому заходите вообще без проблем. Но не всем, а то я заколебусь. Вот, какой-то сходняк вообще. Одни Нивы. Нива-клуб тут собрался. Так, поехали дальше. Блин, ну десятки, вы знаете, что мне нравятся десятки и пикапы. Ну, пикапы вообще, это, бля, моя тема американские. Горы, смотрите, все, чем выше горы, тем ниже десятки. Иномарки на любой вкус, вообще все, что хотите, сервер вашей мечты, так скажем. Так, тут чувак, тут можно бизнесы покупать, а также, поэтому, вообще, грамотно. Опять же, повторюсь, что здесь нету прав. Вы можете пойти и заработать. Заработать тут легко, можете там медиком, я не знаю, грузчиком разными поработать чуваками, так скажем. Поэтому, блин, сходняк уже какой-то у них здесь. Кстати, сейчас вам покажу моего Мерса. Зачетный Мерсик. Давайте сейчас вот этот самый дорогой автосалон. Зайду, покажу вам. Это мой подписчик играет. Так. Бэха, Гольф, X5, блин, ну все топ-тачки находятся здесь. Макларен дорогой, самый дорогой Роллс-Ройс, ну, в принципе, как и везде, да? И, в принципе, по логике. Давайте сейчас вам покажу. Блин, десятка вообще зачетная, на самом деле. Так, куда это? F3. Так, где мой? Вот он, спам. Доставить. Зацените мой мерс, а, пацаны, вот это зачет на дисках BBS. И смотрите, сейчас мы его занизим. Сейчас мы его занизим. Вот. Занизили мы. Мерсик, вот теперь он. Ох, блин, опасно. Братан, извини. Блин, ай, калина бешеная. А ты куда едешь? Да, пацаны здесь кайфуют. Вот, магазин скинов. Магазинчик скинов тут есть тоже. Находится он вот здесь. Сейчас даже покажу вам. Надеюсь, что покажу. Сейчас надо вспомнить, куда ехать. В принципе, стандартные места, но все по стандартному. Но находится как бы на сервере все тачки замененные. И выглядят они вообще шикарно. Шикарно выглядят тачки. Много разнообразия машин, поэтому давайте скачивайте быстрее, заходите и будем играть. Вот. Уверенный сервер, который, мне кажется, наберет. Он и так уже набрал себе аудиторию сумасшедшую, поэтому такие вот дела. Даже не имеет его представлять смысла. Так, где, блин, скины? Скины нам нужны, да? Скинчики, скинчики. А если мы нажмем на F11, посмотрим скины, как. А, вот. Так, где мы находимся? Мы находимся. Нам надо повернуть. Короче, нам надо вот так вот ехать. Окей. Сейчас мы развернемся, поедем. Я вам хотел показать. Вот тут дома можно покупать. Блин, все реальная жизнь, только немножко упрощенно.
Поэтому, да. Так, вот еще одни дома. Так, мы правильно едем? Да, вот сейчас будет соседняя улица. Вон куча домов. Вот сюда надо, я чувствую, повернуть. Сюда же вроде. Вот, да. Сюда и... И куда? Вот сюда, на соседнюю улицу. Кто-то хотел вам скины показать. Вот, сюда поворачиваем. Так, вот мы приехали, да, я так как понял. Мы сюда приехали? Мы сюда приехали. Давайте заценим. Все вам подробно расскажу, покажу. Вот. Девушка, бандиты. Всякие много... Ох. О-о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 -пацаны, скоро я буду вот так в таком виде делать обзорчики. Бандит 4, так что я выберу его. Так, ну тут дофига вообще скинов. Поэтому я думаю, вы найдете себе. А я выберу Бандит 4. Где он был? Девушка, Бандит 4. Купить. Опа! Я ганста. Так, как выйти? Ой! Вышел. Все, теперь мы как надо. Зацените, кстати, салончик. Вот такой вот салончик зачетненький. Качество просто зашкаливает, пацаны. Просто вообще козырно. Вот, я отдам этому серверу. Блин, ну на самом деле 10-ку я дам, пацаны. Я не знаю, этот сервер достоин вашего внимания. Вы должны, вот просто обязаны на нем поиграть. А, кстати, зацените, какие здесь диски. А то, что я вам не показал. Так, бампера здесь некоторыми подходят машинам. Так, ну это все понятно. Вот. Разные диски на внедорожнике тоже, поэтому можете подобрать себе какие хотите дисочки. О, давайте как лоурайд. Блин, на Мерси, жесть. Что за бразерс я делаю? О, оригинальные AMG-шные диски, пацаны. Ну, блин, вообще. Я на этом сервере зависаю. Сегодня в 7 часов сходочка моя будет. Прямо сейчас качай, чтобы забить места. И будем, устроим сходняк, пацаны. Я думаю, проведем весело время. Запишу я на запись, на видео. Будет на втором каналчике у меня. Ой, блин, я чуть нервничаю. Блин, конечно, удивляет данный сервер. Поэтому вообще зачет. Зачет еще тот, пацаны. Ну, сами напишите в комментариях, как вам вообще здесь. Главное, кадры, как бы, да? Но они проседают, когда... Ну, тут, блин, онлайн здоровые. Так стабильненько. 40-50 кадров у меня выдает. За пределами, где нет людей, вообще 60-70. Поэтому, пацаны, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Приора за миллион зашла шикарно. Я думаю, завтра будет обзор на ВАЗ-2103 на пневме. Вот, поэтому... Приготавливайте свои лайки, ганста щит. Прикольную кепку, кстати, заказал себе такую панаму. Вот. А с вами был Сергей Резниченко. Подписывайтесь на мой второй канал, на этот канал. Я думаю, когда вы будете смотреть данный обзор, уже будет 20 тысяч человек, ребят. Нас 20 тысяч. Моя мечта сбылась. 2 года она реализовывалась. Вот, буду радовать вас офигенными видосиками, это дает мне стимул сумасшедший. Вот, заказать сервер также можете в описании, добавляйтесь, друзья, всех добавлю. И думаю, увидимся в следующем видео, чуваки. Всем пока, ребят, и не забывайте скачивать данный сервер. И сегодня будет в 7 часов по Москве сходочка. Поэтому увидимся уже на этом сервере сегодня. Всем пока, ребят.